Роман Рибін, український співак, фронтмен групи «Бангладеш». 2004 рік. Роман Рибін у команді з кількома музикантами створює групу «Бангладеш». Колектив виконує яскраві обробки вже відомих пісень. Починає гастролювати. 2007 рік. Учасники гурту переїжджають до Києва. 2012 рік. Роман Рибін пише перший авторський сингл «Виході за мене замуж». 2016 рік. Активно виступає у складі «Бангладеш» і як сольний виконавець. Готує гучну презентацію сольного проєкту. Наразі група бере участь у цікавих проєктах, записує нові експериментальні треки. Уносит море меня за деньгами, еще не знаешь ты, что я привидение. В твоей жизни я явление временно, украду твое сердце и съем с потрохами. Больше ты никогда не влюбишься, не потеряй свою светлую голову. Не выйдешь замуж, не родишь, не сбудутся твои мечты, ненавидишь себя, виноват в этом я. Помню, но твои колени хочу сорвать платье. Моя девочка Катя из города Сакиты. Убей меня, выбегу, чтоб навеки остались вместе мы вурдалаки. В чем уникальность Бангладеша? Бангладеш — это такое мероприятие настроения, знаешь, это даже не музыка. Это, прежде всего, очень трушная такая история, происходящая на сцене, можно сказать, в импровизированном таком порядке. То есть вот подача очень позитивного настроения человечеству, тем людям, которые пришли к нам на концерт. У вас есть какой-то определенный стиль, в котором поете? Ну, была выбрана когда-то формулировка «группа «Праздник». Вот это, собственно... Группа «Оркестр», да? Нет, группа «Праздник», а «Бангладеш Оркестр» — это просто уже полное название. Вообще, это группа «Праздник», можно сказать так. То есть вы подбираете под этот формат кавера, какие-то песни? Да, если касается проекта «Бангладеш Оркестр», это кавера. Единственное, что они обработаны, так сказать, нашими какими-то аранжировками. То есть мы делаем это все сами. Перерабатываем, так сказать, в авторской манере это все подаем. То есть там, ну, какая-то там песня, которую вы хорошо знаете, например, там Ирины Аллегровой «С днем рождения», да, она будет звучать совсем по-другому. Узнаваемо. Узнаваемо, но не очень. Как-то по-новому это может быть. Кто у вас в творческом коллективе? Это одни и те же люди или какой-то идет смена состава? Ну, у нас смена состава происходит периодически. Даже на выездах мы иногда там людей приглашаем из тех городов, куда приезжаем. Да? Но в основном это Антон Ан, наш гитарист, наш звукорежиссер Женя Малюга принимает участие тоже в аранжировках и построении трека. И Юра Захарчук, наш барабанщик. Недавно присоединился Могилевский Алексей, великолепный музыкант. Он сейчас у нас и за бас-гитару, и за клавишу. В чем состоит обработка вот тех самых песен, узнаваемых и знаменитых, про которые вы сказали? Что вы добавляете лично от себя? Не, ну сложно так сказать. Творческий процесс вообще любой, да, там, от написания авторской песни до создания аранжировки, его сложно каким-то образом описывать. То есть это такая история из серии «Вот как пришло, да, там, как легло». Ну, легло хорошо, нет, будем искать дальше. Как таковых рецептов нет. Написания аранжировок или песен. Этого не бывает. Это все настроение, наверное, все-таки. А как выбираете определенные песни для исполнения? Ну, касательно Бангладеш, это просто берутся какие-то железные хиты. Да, и подаются людям. Если на концертах есть отдача, то, в общем-то, этот трек закрепляется в программе. Если нет отдачи, мы его убираем. То есть для вас показатель зрители, слушатели? В Бангладеш оркестре, да, исключительно. Это группа «Праздник», она служит людям. Мы не служим себе. То есть людям нравится, эта песня идет. Нет, мы ее убираем. То есть вы готовы менять формат, если придется?
если слушатель будет требовать. Мы постоянно экспериментируем. Это группа... Фишка группы в том, что идет постоянный творческий эксперимент. Люди все время в творчестве находятся. Но у вас также есть и свои песни. Да, мы сейчас начали разделять мой авторский проект «Роман Рыбин» от «Бангладеш Оркестра». И вот Рыбин, он немножко другой, конечно. В чем разность этих проектов? Рыбин такой лиричный у нас персонаж. Ну, лиричный, но не грустный. Это не значит, что там можно просто на концерте уснуть. Вот. Скажем так, с философскими раздумьями о чем-то. Ну, я не знаю насчет там глубоких философских раздумий, но он такой более романтичный, что ли, знаешь, такой. Вы пишете песни, опираясь на собственный опыт? Или вот судя из того, что требуется зрителям? А бывает как-то по-другому? Люди пишут песни по какому-то чужому? Нет, понимаете, можно реагировать на то, как тебя слушают, как воспринимают, и делать продукт для них. А можно делать для себя и показывать зрителям. Ну вот Рыбин, он, наверное, все-таки больше для себя. Да, видимо, так. Ну, хотя, опять-таки... Привычка Бангладеш делать людям хорошо, наверное, конечно, в аранжировках, во всяком случае, применяются какие-то известные ходы, повторы для того, чтобы людям этот материал был понятен. Выходи за меня замуж, ты давно ведь об этом мечтаешь. Выходи за меня замуж, ты звезда. Выходи за меня замуж, ты во сне без меня не летаешь. Выходи за меня замуж, ты звезда. Как родился лирический проект? Ну, он как бы всегда был, и мы всегда добавляли в Бангладеш мои песни. Просто сейчас мы начали это делить, потому что по настроению они все-таки иногда не пересекаются. Хотя общая программа концертная, ну, Рыбин не мешает Бангладеш. Он туда заходит, прям вот каждый четвертый, пятый трек авторский, и люди это хавают, людям нравится. А как вы разъединяете? То есть вот идет выступление Бангладеша, а потом, когда вот смена проектов или как? Нет, 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 это все входит в концерт, сейчас пока что. Вы один на сцене находитесь? Нет, 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 все это с группой. Рыбин – это тоже группа, то есть это все те же музыканты, только с авторским проектом. На сегодняшний день идет разделение, все концерты Бангладеш будут построены исключительно на коврах, на кавер-версиях. А Рыбин будет давать иногда концерты отдельно от Бангладеш. Но, естественно, для Бангладеш я тоже пишу авторские песни. То есть, например, песня «Бухать и стебаться», вот, или, ну, здесь же говорить нормальным языком нельзя, я так понимаю, на телевидении, да? А вот, название там чуть другое, у этой песни. Ну, вот в авторский проект эта песня по настроению никак не заходит, поэтому я отдаю это все дело Бангладеш, и там оно отлично выстреливает. Как выстрелили образ новый? Это вы? Или... Да, исключительно, без каких-либо вообще купюр. Мы отсняли сейчас, очень хотим большую работу провести над, скажем так, над запуском вот моего авторского проекта. «Песня «Мне тебя мало». Я вот отснял полклипа в Сан-Франциско, в Соединенных Штатах Америки. Сейчас приехал сюда записывать трек. Это все будет просто с... пафосными оркестрами записаны. Это будет очень большая такая композиция, пятиминутная. Она, наверное, не будет показана на каких-то... Ну, мы будем надеяться, конечно, что она попадет там на различные музыкальные телеканалы, но я просто думаю, что вот радиоформат вряд ли ее воспримет. То есть это такой проект для себя и для людей. Наверное, это все-таки больше соцсети. Будет проведена большая работа. Я думаю, что раньше осени мы не стартанем, потому что мы хотим сделать очень красивое видео с очень красивой аранжировкой. Песня такая душевная, плавная. Я надеюсь, что слушателям понравится. Вот ту часть, которую снимали в Америке, кто был режиссером, кто был в команде у вас? Режиссер у нас... Будет вообще один режиссер? Значит, да, я объясню. Режиссер у нас московский,
Славик Калинин. Как-то это все импровизированно произошло, и я погулял немного по Калифорнии, стало скучно, я позвонил ему, говорю, слушай, пока я здесь, давай, наверное, мы поснимаем какой-то материал. И, собственно, вот родилась идея, что это должен быть такой клип о двух разных континентах, да, то есть он управлял нами, так скажем так, из своего дома. Оператор у нас товарищ из Сан-Франциско Леша Харламов, отлично отснял Америку, и то настроение, которое нам поставил режиссер, и Оксана Кравченко очень сильно помогла в съемках, то есть она администрировала весь этот процесс. Огромное им спасибо, большой вам привет из Украины. Вот, это было здорово, это был отличный съемочный день. Мы здорово провели время, походили по Сан-Франциско. Вот. Вообще, очень светлые воспоминания о Калифорнии и о том, что там происходит. Начинаю даже скучать. Вообще есть мысль весь продакшн делать там, если честно. Там проще? Я думаю, что да. Я думаю, что там проще по одной простой причине. Во-первых, там всегда можно обговорить сроки. И они будут выполнены? И они будут выполнены, потому что подписаны бумаги. Вот, то, что касается производителей контента здесь, в Украине, да, или в России, неважно, вообще на территории Советского Союза, это никогда не выполняется в сроки практически. Поэтому, ну, это проблема. Поэтому лучше переплатить, но сделать срок и качественно, нежели это дело здесь. Ну, то есть думаем. Это была дебютная работа? Нет, Рыбин уже выходил с Бангладеш с авторскими композициями. Дебютная работа была «Выходи за меня замуж». Вот она прогремела вроде бы как. Потом была «Катя». Ну, в общем, мы запускали там 3 или 4 трека в интернете, но сейчас будет такая перезагрузка, и Рыбин уже будет как бы вот отдельной группой, которая будет запускаться осенью. Можно сказать, что да, это дебют. Это такая перезагрузка и дебют. Понравилось участвовать в съемочном процессе как отдельный персонаж? Или вам не хватало вот Бангладеш? Не, ну там как раз-таки... Да я... Авторские песни мы всегда снимали, только на мне фокус был. Там не было никогда никого вроде бы в кадре. Ребята были из уездного города, когда мы снимали песню, девочка Катя из города Саки. А так, в общем-то, я всегда один в этом проекте. Пока что. А, не, Антон Ан был в «Дед Мороз» и «Федерзен», конечно. Это тоже мы здесь в Киеве снимали перед Новым годом. Ждали деда целый год, не принесет ты компот. Где же виски, где же эль? Водки не давай бог твой нам. Наливай нам на коня, мы не вспомним про тебя. Наступай, топогей. Водки нет, давай портвейна. Хей-ей-ей, Дед Мороз, суперзын. Что мы будем пить с утра? С рюмки или из ведра? В общем, ждем твоих идей. Водки нет, давай портвейна. Хей-ей-ей, Дед Мороз, суперзын. Кто ваш слушатель? Я так особо не задумываюсь, кто целевая. Не знаю. Ну, все. Абсолютно все. На наших концертах там я вижу людей очень разного уровня и достатка. А там корпоративы обслуживаются. Ну, там... Ну, сказать, что мы там для какого-то среднего менеджмента, ну, наверное, нет. Все-таки у нас... Больше концерты для таких, для людей уже с пониманием дела. Не знаю, это такой разговор ни о чем, там, кто наш слушатель, все.
На каких площадках вам удобнее выступать, комфортнее? На комфортных. Там, где выполняются бытовые технические райдера. Это самое главное. А бывает, что не выполняют? Ну, слушайте, у нас в стране все бывает. У нас может что-то измениться по ходу сценария. Это везде, наверное, бывает так. Хотя вот я побывал в Лас-Вегасе, и это были для меня маркетинговые исследования. Там, по-моему, всегда все бывает. Ну, я имею в виду, что там все всегда на очень высоком техническом уровне. И вот там, наверное, без импровизации. А у нас по жизни. Украине еще далеко до таких стандартов? Украине? Да не только Украине. До стандартов в смысле Америки? Ну, я имею в виду, да, тех же музыкальных, европейских, британских. Я не хочу никого обижать никогда. Но мы, по крайней мере, на правильном пути. Мы туда идем? Или... Я не знаю, куда мы идем. Я человек все-таки как бы интернациональный. Я нигде постоянно не живу. То есть я здесь бываю, да, но постоянно езжу и гастролирую. Я не знаю, куда мы идем. И кто такие мы. Я имею в виду... Украина? Украинская страна. Ну... Что вообще наблюдаете вот сейчас в последних изменениях украинского шоу-бизнеса? Такое, знаешь, некая консолидация, что ли. Как-то закрыли со всех сторон. Знаешь, такой железный занавес. Тут прям кричат, что это так хорошо. В смысле, артисты выезжать не могут? Мы здесь взращиваем украинский шоу-бизнес. Я не очень понимаю, то есть, что это вообще за формулировка «взращиваем». Мы его что, раньше не взращивали? Ну, то есть, да не знаю. По-моему, как-то перестали пускать артистов некоторых. Пропала конкуренция. В вашем сегменте или в общем? Вообще, в общем, в принципе. И я не знаю, хорошо это или плохо. По-моему, плохо, когда закрывается железный занавес. То есть пускать людей просто из Запада, ну, не знаю, может быть, с Востока тоже пробовать. Там же тоже есть исполнители. И наши люди платят живой гривной за их концерты, но мы их сюда не пускаем. Я не думаю, что это правильная политика для шоу-бизнеса. Все должны чувствовать конкуренцию. Украинские артисты прежде всего. Вам кто помогает в этих вопросах? Пока что своими силами, но мы очень-очень напряженно ищем. Вот сейчас после перезагрузки и моей поездки в Америку, я ищу менеджмент, потому что я хочу заниматься исключительно своим делом. Писать песни, да, создавать аранжировки и выступать на сцене. Больше ни о чем думать я не хочу. Поэтому мы ищем и пиар-службу, и маркетинг, и менеджмент, и продюсинг. Но это проблема многих артистов. Ну, когда это основная проблема здесь. Многофункциональность какая-то идет, и конечно. Никуда. Ну, то есть, грубо говоря, ты можешь даже ехать на гастроли за рулем. То есть это очень странно, когда наш звукорежиссер везет нас там в своей большой машине, а потом ему еще становиться за пульт. Это неправильно. Такие моменты тоже бывают. Это неправильно. Так быть не должно. Все должно быть, как в Лас-Вегасе. Людей привезли, накрасили, они вышли на сцену, показали уровень. И всем в удовольствие. И уложили их спать, да. Этого достаточно для артиста. Нагрузка и так очень большая. Маше, маше, пасе, пасе, миленький мой, я горю, я вся во вкусе, радость домой, я как бабочка, пахаю над всем, и все без проблем, я просто тебя. Мосе, мосе, посе, посе, миленький мой, я горю, я вся во вкусе, радость домой, я как бабочка, порхаю на всем, и все без проблем, я просто тебя. Мосе, мосе, посе, посе, миленький мой, я горю, я вся во вкусе, радость домой, я как бабочка, порхаю на всем, и все без проблем, я просто тебя. Что это за картинки такие странные? Ну что ж, это не новая, эта песня блестящая. Уб***й отсюда. Во что вы меня одели? Как меня это все ебало. Как к критике относитесь? Есть она вообще?
Ой, да, да, но в основном это наши слушатели постоянные. Они вас критикуют? Ну, конечно. Они отписывают, что им нравится, что им не нравится. Конечно. Я не думаю, что кто-то из музыкантов и артистов слушает критику. Ну, есть конструктивная критика. По делу. Ну, конечно, да. Прислушиваться мы прислушиваемся все к ней. Но, в общем-то, да, критика бывает разная. Поэтому здесь нужно просто разбираться, конструктивная она или... Какие форматы еще хотите попробовать? Ну, как в одном проекте, так и в другом. Ну, вот с диджеем сейчас работаем. Очень интересный летний трек пишется. Ну, Роман или Бангладеш? Рыбин, да. Авторский уже, да. Да, вот с диджеем какой-то дипхаус он предложил. Ну, я думаю, что мы будем переделывать это все. Очень интересное направление. Я вообще считаю, что как-то вот кроме электронной музыки сейчас, ну, все остальные направления, это какой-то архаизм уже, знаешь. То есть, по-моему, существует электронная музыка в современности. Все остальное – это уже какое-то прошлое. Ну, потому что, когда люди... Я просто покажу наглядно, да. Когда люди живут вот только вот в этом, то больше ничего нет. Но люди здесь читают книги, пишут здесь же песни, тут же смотрят YouTube. Все происходит вот здесь. Все. Мир закрылся на вот этой штуке. И мне кажется, что кроме электронной музыки, вот то, что мы, например, воспроизводим как живая группа, для людей это, по-моему, уже какое-то удивление. Но, тем не менее, вы записываете трек с оркестром. Ну, конечно. Но мы архаичные люди, мы из какого-то прошлого, потому что, пообщавшись там с аудиторией 18-25, я просто удивляюсь тому, что, во-первых, это уже американцы и европейцы в чистом виде. Они, в принципе, не знают, кто такой, там, грубо говоря, там, Остап Вишня там, или Достоевский. Для них эта информация, ну, Вишня – это фрукт, а Достоевский – это, наверное, какой-то детский клюкой, который там достает кого-то, а они просто не понимают, о чем речь. Ну, потому я спрашивала про вашего слушателя, аудиторию. Наша аудитория повзрослее будет. Бангладешевская аудитория повзрослее будет. Это, наверное, крепкие 25-30+, и туда уже. Какие планы на ближайший год? Ну, альбом обязательно надо авторский записать, ну и бангладешевский тоже. Студия. Студия съемки. Если хотите знать больше о музыке, смотрите «Джунгли шоу-бизнеса» на Макси ТВ.